Приветствую всех в третьей части видео. Мы с вами вяжем волшебного Дедушку Мороза. Так, на чем мы остановились? Мы с вами связали в первой части нижнюю часть Деда Мороза. Во второй части мы связали ботинки, ножки его пришили и связали голову, то есть верхнюю часть. Ну, а еще мы сделали с вами такой помпон. И сейчас мы свяжем с вами колпачок, то есть его шапку Деда Мороза. Вот такая вот у нас будет шапка. Вот. И для этого нам необходима нить красного цвета. Там берем ниточку красного цвета. И еще нам необходимо будет небольшой кусочек контрастного цвета нити, для того, чтобы мы могли отметить начало ряда, ну или же маркер. Итак, начинаем вязание с начальной закрепительной петли. Или же можно скользящую петлю еще вязать. Затем вяжем 2 воздушные петли. И теперь во вторую петлю от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Первый ряд провязан. Второй ряд сделаем 2 прибавления. В первую петельку первого ряда провязываем прибавление 2 столбика без накида. 1, 2. Затем у нас столбик без накида. Это будет 3. Прибавление 4. Сюда же вяжем 5 и еще столбик без накида 6. Третий круговой ряд. Снова у нас 2 прибавления. В первую петельку вяжем прибавление. 1, 2, затем столбик без накида, 3, снова прибавление, 4, 5, столбик без накида, 6, прибавление, 7, 8, и еще столбик без накида последний в третьем ряду, это 9. Итак, у нас сейчас с вами 9 столбиков без накида в круговом ряду. Проверяем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Четвертый круговой ряд вяжем без изменения, провязываем по кругу 9 столбиков без накида. В каждый столбик вяжем по одному столбику без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, теперь можно воспользоваться маркером. Вывернем заготовку. У нас провязанных 4 ряда. Лишнюю ниточку
Если вы не закрепили в процессе вязания, закрепите ее. Обрежем, чтобы она не мешала. И далее приступаем к вязанию пятого кругового ряда. В пятом круговом ряду мы будем вязать 3 прибавления. Так, отмечаем ниточкой. И вяжем первый столбик. Будем вязать 2 столбика, затем прибавление. Повторим так 3 раза. 1, 2, прибавление 3 и сюда же столбик 4. Далее вяжем 5, 6, прибавление 7 и сюда же 8. Следующий столбик 9, следующий 10 и следующий столбик 3 прибавление 11, 12. Итак, сейчас у нас в круговом ряду 12 столбиков без накида. Следующий ряд 6. Вяжем без прибавления по кругу 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 и 12. Немного вымем так петельку, и сейчас нам будет удобно пришить помпон. У нас 2 конца нити. Вводим крючок в верхушку и протягиваем одну из ниточек, одну из концов нити. Снова вводим крючок, но немножко дальше, так чтобы не в одно место. Опять подхватываем второй конец нити и протягиваем его вовнутрь. И так у нас получилось протянуты 2 нити. И крепенько между собой связываем эти ниточки, эти концы нити. Так, один раз завязываем и второй раз. Ну, кто хочет, тот для уверенности можно и 3-й раз завязать. Вот так. Теперь берем ножнички и остальные ненужные вот эти вот хвостики обрезаем. Что у нас получается? У нас получается вот уже помпон пристегнут, пришит. Ну, а мы продолжаем вязать. Дальше вяжем теперь 7-й круговой ряд. В 7-м круговом ряду у нас уже будет с вами 6 прибавлений. Итак, мы будем прибавлять, провязывать столбик без накида, прибавление, и так повторим 6 раз. Вяжем столбик без накида. Первое прибавление. Столбик без накида, второе прибавление,
Кому так неудобно, можете пользоваться нитью контрастного цвета, отмечать начало ряда. Столбик без накида, третье прибавление. Столбик без накида, четвертое прибавление. Столбик без накида, пятое прибавление. Столбик без накида и последнее, шестое прибавление. И сейчас у нас в ряду получилось 18 столбиков. Следующий, восьмой круговой ряд, провязываем по кругу без прибавлений. 18 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Восьмой ряд провязан. Видите, у нас получается постепенное увеличение. И такой конус. Девятый круговой ряд. Теперь нам снова нужно провязать 6 прибавлений. И теперь прибавления будут чередоваться через каждые 2 столбика без накида. Провязываем 1, 2, прибавления. Повторяем так 6 раз. Провязываем 1, 2, прибавления. Первое. 1, 2, второе прибавление. 1, 2, третье прибавление. 1, 2, четвертое прибавление. 1, 2, пятое прибавление. И повторяем шестой раз. 1, 2 и шестое прибавление. Так, мы провязали с вами 9-й круговой ряд. И сейчас у нас в круговом ряду 24 столбика без накида. 10-й ряд провязываем без прибавлений, 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24. 4. Одиннадцатый круговой ряд. В 11-м ряду мы будем с вами снова вязать прибавления. И это последнее прибавление, так как у нас сама голова, само основание связано из 24 столбиков. Нам надо немножко большего размера, так чтобы сам колпачок оделся. Поэтому мы провязываем еще один ряд с прибавлениями. И теперь ряд вяжется, провязав 3 столбика. 1, 2, 3
прибавление. Так повторим 6 раз. У нас получится с вами уже 30 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3. Первое прибавление. 1, 2, 3. Второе прибавление. 1, 2, 3. Третье прибавление. 1, 2, 3. Четвертое прибавление. 1, 2, 3. Пятое прибавление. И повторяем еще один раз. 1, 2, 3. И шестое прибавление. И сейчас у нас в групповом ряду 30 столбиков без накида. Проверьте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. И теперь свяжем еще 2 ряда. Это у нас будет 12 и 13 ряды. 12 и 13 ряды. Их 2 по 30 столбиков. Нам надо провязать по кругу 60 столбиков без накида. Провязываем по кругу 60 столбиков без накида. Провязали по кругу 60 столбиков. И теперь сменим ниточку и провяжем еще 2 ряда. То есть также 60 столбиков без накида, но уже белой нити. Итак, меняем нить. Вводим крючок в следующую петлю. Подхватываем белую ниточку. Вытягиваем ее. И еще раз. Поменяли. Нить красного цвета мы обрезаем. Она нам уже не понадобится. И далее вяжем одну воздушную петлю. И теперь будем вязать 60 столбиков по кругу. Ниточки, концы нити будем ввязывать в ряд, чтобы они у нас не болтались. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. И провязываем еще один круговой ряд. 1, 2, 3, 4,
пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Соединительная петля. И ниточку обрезаем, оставив длину для того, чтобы пришить затем нашу шапочку к голове Деда Мороза. Ну и вариант, если кто шапочку хочет так, чтобы она снималась, вот, то можно ее не пришивать. Это по вашему желанию. Оставим колпачок, нашу шапочку в сторону. А сами вернемся. И будем оформлять лицо Деда Мороза. Вот эту длинную нить. Так, мы же не обрезали ее, оставили. И сейчас мы свяжем бороду Деду Морозу. Берем снова нить белого цвета. И вот у нас здесь эта ниточка. Мы с этой стороны и эту ниточку белого цвета прикладываем и протягиваем. В следующую петлю делаем воздушную, затем накид и в следующую провязываем полустолбик. Далее накид. В следующую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. В следующую петлю повторяем. Также провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Следующую петлю провязываем 3 столбика с 2 накидами. Делаем 2 накида, вяжем 1, снова 2 накида, 2, еще раз 2 накида, 3. В следующую петельку теперь в зеркальном отражении провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 и сюда же 2. Следующую петлю также 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Затем провязываем полустолбик, делаем накид и вяжем полустолбик. И в следующую петлю столбик без накида. Вот борода готова. Отрезаем нить, оставив длину для вышивания бровей. Вот у нас с вами уже готова борода дедушки.
Теперь ниточку бежевого цвета вдеваем в иголочку. И теперь иголочкой проходим в то место, где у нас будет вышиваться носик. Приблизительно вот носик у нас будет вот в этом месте. Вот у нас провязаны 3 столбика. Вот они. И вот здесь будет носик вышит. Вот приблизительно так. И теперь вышиваем. Вышиваем так, чтобы он получился выпуклым. То есть мы проводим вот так побольше стежков. У меня еще пару стежочков, потому что у меня ниточка ленточная, она такая довольно широкенькая, и получается вот такой же выпуклый носик. Ну, еще разик, и теперь ниточку мы закрепляем после того, как достигли желаемого результата. Ниточку закрепляем, проводя иголочкой дальше по заготовочке. Ну, тут с изнаночной стороны работы, затем мы выводим ниточку и закрепляем еще. Уже не нужно нам нить бежевого цвета, мы обрезаем. Теперь нам нужно закрепить вот этот короткий конец нити. Возьмем крючок, или если он такой длины, что можно вдеть в иголочку, заправить, то можно иголочкой. И заправляем так, чтобы она нам не мешала сейчас в работе. Ну, а этот вот длинный кусочек, я говорила, и мы будем вышивать бровки, пока оставляем. А сейчас мы приклеим либо полбусины, либо то, что вы определились, какие у вас будут глазки Деда Мороза. Вот сейчас их нужно отметить, в каком месте они будут, и приклеить один и второй. Ну, так, чтобы более вам было понятно, я возьму вот такие вот иголочки, покажу, в каком месте можно делать. Ну, вы сами выбираете от того, как будут у вас пришиты глаза, в каком месте, такое выражение лица будет у вашей игрушки. Ну, вот у меня вот это вот так. Ну, можно вот так, можно чуть повыше. У меня бусины. В этот раз я буду клеить бусины, а не бисер. Поэтому немножко будет выглядеть по-другому лицо Деда Мороза. Итак, приклеиваем бусинки. Глазки приклеены. Теперь вышьем бровки. Примерим колпачок и посмотрим приблизительно, где у нас будут бровки, так, чтобы шапочка у нас
была выше, чем сами бровки. И вот где-то вот в этом месте мы будем вышивать с этой стороны и с этой. И для этого ведем иголочку с изнаночной стороны. Вот в зависимости, какую вы хотите толщину, либо один, либо два стежка. Ну, так как у дедушки вообще там бровки такие густые, то можно сделать и два стежка. С этой стороны и с этой. И ниточку закрепляем с изнаночной стороны. Лишние концы обрезаем. Вот у нас получилось уже. Вот такое лицо, правда, с бровями уже более поинтереснее. Вот. Ну и для полной уже уверенности мы раскрасим щечки. Я раскрашу, вот у меня такие вот румяна шариковые. Вот я беру. Ну и так, придерживаю бороду, чтобы борода не испачкалась. И мажу вот так вот нос, чтобы он был у нас тоже такой на морозе красный нос у дедушки. И щечки. Так, и вот так. На этом я с вами прощаюсь и встретимся мы с вами уже в четвертой части видео. До встречи!